Друзья, всем привет! У нас сегодня будет с вами очень интересное видео. Я закупилась, подкупала на неделю. И покажу вам почти всю неделю, что мы ели. Мы покупали еду не каждый день. И вот я решила сделать такой тест-видео и посмотреть, сколько тысяч мы тратим в неделю. В общем, где-то у нас получилось 4500 рублей. Но если округлить, там по мелочи покупать, если еще с бытовой химией, то 5000 в неделю у нас на двоих получилось. Потому что я там еще колготки покупала. Ну вот я вам сделаю сейчас обзор. Поэтому, кому интересен такой формат, смотрите дальше. Я вам покажу интересные рецепты из Инстаграма, из ТикТока. Так что давайте посмотрим вместе с вами. У меня перерыв, я намыла посуду, сделала Сереже кашу, сейчас буду его будить. Он в третий работает в эту неделю. Вечером хочу сделать фунчозу с курочкой. И еще у меня есть вилок маленькой капусты, я хочу сделать фарш размораживаю, сделаю голубцы. А себе я варю вареники с творогом. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Так как у меня Сережа на ПП сидит, я, в общем, сделала для него, нашла в Инстаграме рецепт салат, очень интересный. Сейчас я вам покажу соус. Смотрите, обжариваем грибы, шампиньоны. Здесь у меня 3 штучки. С луком. Яйца отвариваю. Мне понадобится 2 штучки, но это просто еще потом поесть. И грудку. Ее мы варим. Так, а грибы посолить и поперчить сразу. И грудку у меня просто варится в бульоне куриного. Приправы для куриного бульона. Дальше, что нам еще понадобится? Сыр натру чуть-чуть и корейская морковка примерно 100 грамм. Для соуса 2 ложки сметаны, 1 ложка горчицы, вот такая у нас, и чуть-чуть меда. Я прям маленькую ложку меда добавила, и сейчас смешиваем этот соус. Это у нас будет соус. Сметану любой жирности, можете, конечно, заменить майонезом, кто хочет. У нас вот такой вот соус будет сегодня. Сейчас все сварится. Я пока перемешаю сейчас корейскую морковь и натру сыр. А все остальное буду ждать по готовности. Сыр я натерла вот столько. Совсем немножко. И грибов столько же. Здесь как раз 3 штучки. Я на глаз все примерно делаю. Так, сейчас еще яйца нужно, чтобы сготовились. Они остужаются. И курица. Потом все перемешиваем. Будет очень вкусный салат. Ну что, здесь все нарезано. Теперь поливаем соусом и все перемешиваем, и салатик будет готов. Сейчас попробуем, потом вам скажу, вкусно это или нет. Первое блюдо это у нас будет плов сегодня. Еще будем делать запеканку. Обжариваю с чесночком, только правда, сначала лучше лук обжарить с морковью, но у меня будет наоборот. И сейчас покажу приправу, которую будем добавлять. Вот такую купили. Первый раз не пробовали ни разу, будем с ней пробовать. Здесь и рецепты есть. Рис вот такой, покупали в Спаре, он идет прям для плова. Сейчас еще лучок добавим. Делаем запеканку. Я сейчас буду отделять этой штучкой белок от желтка. 4 штуки желтка сюда. Белок нужно взбить отдельно. Нам надо 650 грамм творога. Вот я уже 4 желтка у меня тут. А белок тоже вот сейчас будем взбивать. Его нужно взбить, потом добавить. Потом 3 столовые ложки манки и 5 столовых ложек сахара. Вот что получилось. Теперь мы эту массу смешиваем с этой и выкладываем на поднос, противень, куда удобно, в общем. Выкладываем массу, перемешиваем и выкладываем в противень. Ну или форму какую-нибудь. Сейчас покажу, что дальше делать буду. На 6. Теперь я нарезала клубнику, мы ее сразу выкладываем и отправляем в духовку по готовности. Только не на большом огне. Воздушное получится прям.
пахнет очень-очень вкусно. И плов тоже почти готов. Мы сейчас пришли из магазина. Вчера у нас был вторник, мы кушали плов, только он острый получился. И доедали запеканку. Дальше что у нас? Ну и так бутерброды кушали, яйца. Сегодня у нас среда, вечер. Утром тоже доели запеканку. Плов мы не ели, потому что он очень острый. Я ел. Ел? Ты сегодня ел? Естественно. А, ну вот. Сейчас покажу, что купили. Сейчас покажу рыбу, какую купили. И расскажу, в общем, сколько у нас ушло на неделю в итоге, сколько мы готовили. Рыба вот такая, я только забыла, как ее зовут. Потасу. Да, потасу вышло на 320 рублей. Я хочу половину пожарить, половину в духовке тут сделать. Тут нечего половину делать. Почему 4 штучки, так и мне в духовке. Так, теперь две банки тунца взяли для салата и поесть. Это взяли сейчас, я буду с рыбой. Сережа сейчас не хочет. Так, ну, будем в этот же чек, все вам покажу. Это у нас кондиционер, квас для окрошки, буду делать окрошку, сок, макароны Сережи гречневые, мне обычные вот такие вот, яйца взяла побольше, из приправ для гуляша вот такую по-домашнему, и хочу вот такую штуку сделать. Дальше, это для салата, грудка мне нужна была для чего-то только... Я забыла для чего. Потом томаты. Это Сережа взял. Это в мой бюджет не входило. И вот это в мой бюджет не входило. Это на день рождения я взяла. Буду делать. Забыл как. Безе. Это для рыбы сейчас. Дальше сливки я взяла. Две маленьких как раз сейчас нужно будет. Апельсин, потому что из рук тут у нас есть еще яблоки и груши. Их надо просто нарезать. Это колготки я взяла себе. Лук зеленый. Морковку на перекус маленькую. Огурцы для салата. Фольгу для рыбы сейчас. И буду делать 4 перца у меня там желтеньких. Фарш взяла. Так, и для окрошки взяла колбасу. Я думаю, до конца недели как раз нам всего этого хватит. Так, подкупать только хлеб. И на бутерброды, кстати, мы ничего не взяли. Так, вот такими кусочками Сережа решил, что мы все будем в духовке делать. В духовке просто она нежненькая получится. Жареной вообще не хочется мне. Все готово. Я прям вот так без фольги сделала. Теперь отправляем все в духовку. Да, жарить тут нечего. Надо тогда было две брать. Ну попробуем, если вкусно, то такую пожарим. Рыбка получилась очень вкусная, очень нежная. В сливках прям я еще даже такую сделать хочу. И мы с салатиком едим ее овощным. Так, у меня тут фарш. У нас сегодня среда. Я готовлю в перерыв. Время 10. Сейчас посмотрим, сколько время. Так, это чуть пришло. Ну-ка, 5 секунд. А, время уже 11. Но у меня сейчас я работаю в 3 в 6. Я в 8 утра работала. Сделаю 4 перчика. У меня тут фарш. Поставила на оливье, нет, окрошка будет с квасом. Картошку поставила, яйца на завтрак поставила, и сейчас Сережа утром ест на работе. На вечер перцы, нужно доесть еще вчерашнюю рыбку и сделаю салат. То есть нам нужно вот этих продуктов, чтобы у нас там есть еще некоторые продукты в морозилке, чтобы больше не закупаться, а дотянуть до дня рождения. Потому что следующую закупку я планирую сделать только 30 числа перед днем рождения. Сейчас буду перцы фаршировать и поставлю их тушить. До 3 они утушатся, еще и покушаю. Так, на завтрак я сделала яйца, огурец и колбаску с хлебом. И чай, конечно же. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. И, кстати, я ошиблась, у нас сегодня четверг, а не среда. То есть вчера мы кушали, я вам показывала, что сегодня у нас будет салат как раз дня на 3 и перцы. Еще рыбку доедаем. Так что 5000 примерно получается, мне кажется, в неделю. Мы вот так вот живем, закупаемся. Мне кажется, 5000. Потому что вчера на 3 мы купили. Ну и до этого вот мы еще подкупали на 1000. Ну где-то в среднем 5000 в неделю уходит на еду. Сегодня у нас пятница. Мы вчера съели рыбку, съели перцы.
вечером поели салатик, еще сделали окрошку, я вам забыла показать, мы еще делали вчера окрошку. Так, теперь здесь у меня грудка одна, вот одна осталась. Теперь что я беру? Я беру лук, и сверху у меня сейчас перерыв как раз, время 5, я в 6:30 работаю. Сейчас курица как раз быстро делается, я отбила за 5 минут, это все можно заранее подготовить, отбить и поставить, там, допустим, утром замариновать ее вообще. Добавлю прям капельку сметанки, Сереж, с майонезом нельзя, поэтому я добавлю сверху сметаны. Сейчас намажу сметаной, порежу еще помидорку кругляшками, накрою и сыр, и все. И это буквально на 10 минут 15 и готово. Так, выкладываю на тут как раз, чтобы помидорка не пропала, она вкусная, но уже такая мягенькая очень. И у меня есть прям чуть-чуть сыра, я сейчас еще сыр выложу. И все, под крышку ставлю. Вкусно, можно с салатиком, можно с макарошками, можно там с гречкой, кто с чем, в общем, любит. Правда, я первый раз делаю, но тут ошибиться как бы нельзя, только не пересолить, главное, так все вкусно получится. И сейчас сверху потру сыр. Так, субботу и воскресенье мы ездили на закупку, но в воскресенье, по-моему, когда мне мама приходила на ресницы, по-моему, в воскресенье, я сделала еще раз вот эту курицу, потому что там две грудки было, одна не уместилась, и все. И мы так доедали салат, сделала курицу, ну, в общем, 5000 рублей у нас вышло на неделю. В принципе, неплохо, то есть за 4 недели где-то 15-20 тысяч в среднем. Если так каждую неделю подкупать, закупаться, то на неделю проще, чем на месяц закупиться, потому что много вот таких рецептов. Вот. Так что вот такой вот у нас чек вышел. Буду еще такие видео записывать, какие-нибудь интересные рецептики. Мне очень понравилось. И готовлю разнообразное, то есть тут и рыба, и перцы, и фаршированные. А, и еще... Нет, это я уже после дня рождения делала. Вкусный суп с фрикадельками из фарша, который я вам показывала вот в этой закупке. То есть у меня один фарш я использовала на перце, а второй фарш я использовала уже через неделю. То есть это было 3 числа уже. А эти рецепты я снимала до 30 мая. Вот такая у нас закупка получилась. Такое видео, такие рецепты. Спасибо, что посмотрели. Скоро с вами увидимся. И всем пока-пока!